Промышленное производство в Германии в мае неожиданно для экспертов сократилось на 1,8%. Падение оказалось самым резким за два года, и это тревожный сигнал для правительства. Оно ждет, что после слабого роста ВВП в первом квартале на 0,8%, во втором крупнейшая экономика Европы наберет скорость. В мае на 5% упало производство в строительстве, что можно объяснить мягкой зимой. Часть домов успели построить до конца весны. Однако эксперты Мюнхенского института ИФО отмечают, что ряд компаний сократили производство, опасаясь, что из-за последствий украинского кризиса и роста цен на нефть им не удастся сбыть товар.